Мы ожидали в начале года, как Ассоциация Европейского бизнеса выделили такой прогноз в январе, что снизится рынок на 25%. Ну, мы сейчас в июне, уже в июле корректировали вот этот прогноз, делали новый прогноз, и этот прогноз видит 36% уменьшения рынка. Значит, до конца этого года наши члены, которые занимаются автомобильной промышленностью, считают, что выйдет рынок где-нибудь на миллион, полтора миллиона машин, которые продаются в этом году.